Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня у нас битва замков и великолепнейший, неповторимый выпуск видеорубрики про яйцо, бездонатный аккаунт, который я развиваю с нуля. Божечки, сколько дней уже не было видео, ребята, вот такой вот у меня был отпуск без видосов. Я не знаю, если кто-то скучал по моей роже вне стримов по вечерам каждый день. Ну, зачастую стримы получаются ночные, но тем не менее, елки-палки, вы просили тунца, сегодня будет прокачка чего-либо, вот, героя. Вот, поставьте лайк, ребзя, есть отдельный плейлист про яйцо. Блин, тунец, яйцо постоянно путаю. Тоже туда зайдите обязательно, посмотрите видео, которое вы еще не видели. Наконец-то, все. Этот барьер, эта стена сломлена. Теперь будем качаться. Посмотрим, конечно, что из этого получится. Так, яичко. Кстати, давай перед тем, как начать все это дело, ребзя, нам нужны игроки. Гильдия Castle Sunrise от 300 тысяч силы. Прием в гильдию через Telegram Brams или Echo Life. Смотрите, первое местечко, все хорошо, все путем. Коллектив маленький, но дружный. Но нужны бойцы именно те, которые будут проходить битву гильдий. Ребята, а не фигней заниматься. Понятно вам? Понятно. Вот смотрите. Удивительно, что меня еще не кикнули. Битва гильдий, рейтинг. Я в конце, наверное. Да! Самый последний. Но я как бы и самый слабый по силе тоже. Давайте не будем про это забывать, да? Мы же с вами объективнейшие люди. Ладно, не суть. У нас тут бесплатная попытка. Может, сейчас что-то выбью. Вы там лайк поставили. Я вот ради вас ролю сейчас героев в надежде, что возьму и что-то выбью. Смотрите, даже 5 слотов купил. Давай. Нет. Давай еще. Пару тысяч. Вот вы же... Просите роллинги на яйце. А они бесполезны. Почему? Потому что у меня целая куча героев, ну, по крайней мере, как минимум 3, да, которых я могу распаковать, грубо говоря, и прокачать. Сегодня мы, наверное, будем Фрею прокачивать. Сидел, думал, какой ей талант поставить. У нас же аккаунт бездонатный. У нас аккаунт, грубо говоря, как бы вам объяснить попроще-то, а, ребята? У нас аккаунт, по сути, бездонатный, и как бы надо, ресурсов нету, ничего нету, и нужно каким-то образом, друзья, каким-то образом нужно взять и сделать такой, знаете, такую сборочку, чтобы дешево и сердито, и более-менее подходило для многих локаций. И как бы даже, я не знаю, короче, ладно, заходим непосредственно на склад, герой. И открываем. Фреечка, давай. Опа! И у нас появляется Фрея. Конечно, дальниками, наверное, благодаря ее проходить не смогу. Хотя, я не знаю, посмотрим. Короче, Фрея, что у нас тут? Давай пятый. Нет, не пятый талант. Я, короче, ломал голову и пришел к выводу, что нужно пускаться, наверное, в крайность. Вон, мне на стриме писали, что сейчас как бы или такая крайность, или такая. То есть у нас возможности, да, там... поставить супер эмблемы, у нас возможности поставить супер талант нету, там тестить 5 раз как бы, и я даже исходя из опыта со своего основного аккаунта ничего не могу сделать, ничего не могу определить, что лучше, потому что как бы там одна игра, а здесь без доната в низком топе совершенно другая, потому я думаю, что возьму и просто поставлю порочный пакт и посмотрю, что из этого получится. Вы, конечно же, в комментариях обязательно пишите, что думаете. Может быть, я возьму, да и... послушаюсь. Может, потом талантик поменяю. Но это как бы не последнее решение, ребзя. Это не последнее решение. Потому как бы вот так вот. Ладно, давай начнем с того, что мы ей просто уровень прокачаем. Ну, вообще, мы сразу вторую эволюцию делаем, блин. Топ-прокачка. На молодом аккаунте запоминаем силу. Так, давай. Книжек, благо, у нас целая куча. Мы можем вообще в этом плане не экономить. Вот так вот, смотри. Синие книги, да? Потом вот эти книги, да? Потом вот эти книги. Опа! 140 уровень, дальше. Вот и все. И вот у нас золото закончилось. Печалечка, да, какая. Но мы можем прокачать просвет. Просвет будем прокачивать на максимум. Да, ребята. Ну, главное, чтобы на складе хватило маны и золота. Вот что главное. Так, 34-й просвет. Окей. Дальше. Смотри.
просто не тормозим, нас разработчики типа такие, купи там что-нибудь. Слушай, маны на самом деле мало. Ну, как бы надежда умирает последней, но просто не хочется супер много времени тратить на прокачку. А она у нас уже куда-то вперед ушла. Кстати, у нас тут даже слизь есть. Ладно. Фрейд, ты где? Вот она уже 160 уровня. Просвет фигачим. Ну, что-то... Ну, маны, мне кажется, реально не хватит. Давай усовершенствовать. Значков почета. Там, золото, не золото. Книги, не книги. Это вообще все полная ерунда. Видишь, золота не хватает. Хотите купить 3800 золота? 1701. Ну, смотри, как мы сделаем. Да, у нас-то максимум мы можем хранить 3200 золота. Потому мы опять же идем на склад. Идем на склад. Так, где вы? Так, ману, конечно же, используем. Да, что-то маны я потратил. Ну, маны я потратил много на прокачку вот этого вот, вот этой хиромантии. Дальше я остановился, потому что, грубо говоря, ну, нет у меня возможности, да. Ордена, короче. О, слушай, тут дофига всяких плюх, давай откроем. Ордена-то у нас не резиновые, орденов нету, а я все не могу себя заставить там... в экспедицию вернуться, начать ходить. Ну, потому что, как бы, что-то не хватает орденов. Вот. И бесплатно их как-то не дают. По крайней мере, в большом количестве достаточном. Так, сейчас мы тут... А ордена нужны мне для прокачки этих чижиков, пыжиков, фракций. Вот, видите, в чем проблема. А в экспедицию все заставить себя ходить не могу. Так, давай. Сейчас освободим места. Пооткрываем ништяки. Пятое воодушевление. Почему бы и не да? О, кулачки. Заргут. Так, тут это все понятно. Давай тут что. Окей. Чары. Чары не чары. Скины не скины. Коробки не коробки. Вот, седьмая ремка. Порочный пакт. Окей. Почему бы не да? Мешки с эмблемой. Конечно, полная фигня. Это тоже. И это тоже. Да, блин. Изменили королевскую битву. Так, тут что? Ну, тут тоже полностью ерунда какая-то. Эх, о! За почтение подарочки. За почтение. Вот здесь бы хотя бы ордена падали, знаешь. Ладно, не суть. Так. Эти камушки тоже хорошо. Ну, 10-й прорыв мы точно и прокачаем. Короче, всем основным героям прокачиваю 10-й прорыв, друзья. Вот. Пока что вот так вот экономно, а дальше уже буду смотреть, ребята, по ситуации. Так, мы тут всякое пооткрывали, смотри, здесь, опа, КГшки-то нам понадобятся. Значки почета. Так, кулаки. Кулаков много не бывает. Ну, кстати, кулаки начали откапливаться на яйце. Кулаки начали откапливаться, вот, будем ставить сейчас порочный пакт. Дальше. Смотри, еще кто-то может кричать по поводу маскировки, но нет, я поставлю порочный пакт. Еще можно кучу других талантов поставить. Ай, но фишка-то заключается в том, ребята, что как бы коробок у меня не так уж и много. Ну, то есть 109 коробок их может быть и не хватит, чтобы выбить какой-нибудь там супер редкий, нужный, невероятнейший талант. Так, давай. Хочу сначала с порочным пактом побегать. Кулаки есть, мы можем себе это позволить. Тем более камушки есть. Так, улучшить навык. Смотри, нам надо усовершенствовать. Но золота нам, конечно, не хватает. Мы даже до максимума накопить не можем. Потому просто вот за самоцветы. За самоцветы. Ой, 4000 книг. А стой, а дальше-то мне не надо качать. Что я творю? Вот, мне нужна эволюция, эволюционировать. Повторок, конечно, нету. Зато у нас есть КГшки. Вот, 170 тысяч накопил. Отлично. Окей, эволюционировать. Да, деточка, да. Дальше, вот теперь продолжаем качать уровень. Ой, золота-то мало. Золота-то нема. Слушай, вообще, наверное, по-любому. Мне не то, что маны не хватит, мне и золота не хватит. Да, и придется фармить где-то там. Непонятно где, короче. Дальше. Фрейд, ты где? Ты уже у нас в первой эволюции. Окей. Усовершенствовать, давай. Потому что там же надо и судьбу прокачать. Так, просветить. А, я не могу сейчас.
Улучшим. Давай, 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 не тормозим. Все у нас. У нас супер прокачка, друзья. Топовая прокачка на бездонатном аккаунте. Так. 33 книги, а еще там созвездие. Вот это вот все. Чары там, не чары. Так, вот, просветик. Долбим. Походу, блин. Хорошо, если на восьмой просвет хватит, понимаете? Хорошо, если на восьмой просвет хватит, как говорится. На 80-й. Но не хватит. Ну, профукал ману. Ну что делать? Хотя тоже, как бы, на полезные вещи тратил. Так, 180-й уровень. И дальше, смотри, снова у нас проблема с усовершенствованием. Так, ману тратим. Господи, мана, на что ты меня покидаешь? Так, золото, золотишко. Как бы, смотрите, золото типа вроде как бы еще и много, но по факту, нам же там оно и на судьбу будет тратиться, и куда оно только тратиться не будет, понимаешь? Так, усовершенствовать. Ага, 5 лямов, давай усовершенствовать. Да, 811. Все, теперь у нас первая эволюция. Мы берем, долбим ей 5 уровней, чтобы сделать вторую. Так, готово. Есть. Просвет. Да, даже до 80-го просвета не докачали, но уже 2000 силы подняли. Давай, усовершенствовать, 5 камушков, да без проблем. Так, КГшки, без проблем. Вторая эволюция, ребят, это успех, это реальный успех. Продолжаем качать. Самая проблема заключается в том, что надо на 200 уровень прокачивать. Ой, так, давай. На 200 уровень зачем? А для того, чтобы открылась возможность прокачивать прорыв, друзья. Так, окей. Нет, подожди, я могу еще золото открыть? Нет, не могу. Оно по максимуму. Блин, как я там буду сейчас фармить это все дело? Непонятно. Добавить опыт, усовершенствовать. Дальше, давай, вот эти вот книжки. А еще эти книжки, 140 уровень. 160. Вот, снова не хватает, да? Снова, друзья, не хватает. Дальше, что мне делать? Ну, вон еще золото, кстати, есть. Еще есть золото, еще есть в какую сторону расти. Так, усовершенствовать. Давай, детка, есть! Это у нас уже 160 уровень. Сюда просто с золотыми книжками, как не в себя. Отлично. Теперь нам надо 5 миллионов. И опять же мы воспользуемся помощью самоцветов, друзья. Так. Усовершенствовать. 800. Да, зря я, короче, на роллинг героев потратил все это дело. Ну и теперь, смотри, бац, и просто 200 уровень. Изи. Все, у нас она второй эволюции с 200 уровня. Замечательно. Так, теперь надо на максимум нам прокачать умения. Тут у нас, конечно, проблем никаких возникнуть не должно. Потому что у нас есть... Сейчас улучшить навык. Предметы. Смотрите, какие у нас есть накопления. А, кстати, вот эту вот мелочевку тоже можно слить. Смотри, оп, сколько я потрачу. Так. Чтобы до максимума... 23. Слушай, дорого, конечно. Ну ладно, пускай будет. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот, короче. Нормально! Все. 10 умение. Мы красавчики. Дальше. Ставим порочный пакт. Протестим с этим порочным пактом. Посмотрим, что из этого получится. Вот, если что, потом поменяем. Мне почему-то вот даже как-то и не жалко этот порочный пакт. Хотя, опять же, ребят, просто мне не жалко, потому что я зажрался на своем основном аккаунте. Не знаю, давай порочный пакт, короче, ставим. Заменить. Дальше. Просто берем улучшить. Да, детка. И такие камушки есть. У нас еще и такие камни есть. А слушай, а давай, короче, по полной программе. Вот так вот. Дальше. Надо просвет качать. Без просвета нам никуда, друзья. А маны у нас нету. Зато у нас есть
Ребята, целая куча пропусков волн. И в принципе я их готов потратить, потому что ну, они как бы все равно постоянно накапливаются. 227. Вот. Так, не останавливаемся. В принципе, даже этот опыт мог влить и в саму Фрею. Давай, 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 на максимум. Вот так вот. Вот так вот. Давай, что ты там? Есть. Замечательно. Короче, у нас будет долгое видео, и не смейте перематывать. Не смейте, друзья, перематывать. У нас уже 158 тысяч силы. Да, и вон. Короче, пофигачил, пофигачил, и все. И, грубо говоря, до свидули. Подожди, давай попробуем судьбу прокачать. Может быть, ману все-таки я уже без видео прокачаю. Просвет. А, смотри, здесь у нас какая судьба? А, судьба. Здесь у нас 23-я. Мы даже можем даже, в принципе, дальше улучшать. Ага, здесь 25-я. Да, и как бы все нужно... Ну, ну да, судьба. Здесь у нас никакая судьба. Это у нас третий герой со второй эволюции. Это невероятно, конечно, круто. Так, значки почета и золото тратится. Ну, как бы... Опа, золото уже закончилось, да? Ну ничего, прибегаем к помощи волн. Мы сейчас, короче, всех героев, что у нас есть, попробуем на максимальную судьбу прокачать. Посмотрим, ну, докуда дойдем. Потому что, видите, там проблема в том, что не хватает очков судьбы. Слушай, сейчас нам дали целую кучу маны, но не дали почему-то золото. И это печально. У нас, в принципе, подожди, у нас же там еще золото осталось. Так. Золото-то у нас осталось. Давай, как не в себя. Мы можем себе это позволить, друзья. Опа. Опа, руны. Так, тут ничего мы не можем сделать. Зато судьба, давай. Насколько пол... Снова золота не хватает. Насколько получится судьбу-то прокачать. Эх, жизнь жестянка на бездонатном аккаунте, друзья. Грустно все, жестко. Так, герой, судьба, давай. Снова, смотри, снова заканчивается. Хоть самоцветы все трать, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Так, судьба, но тут у нас уже 18-е. Повторок нет, зато у нас есть вот такие камушки. А, во, видите, все, судьба закончилась. Ну, то есть, да, очки судьбы закончились. 23-й уровень мы смогли прокачать. Ладно, не суть. Здесь что мы можем прокачать? Тут судьба появилась. И бац, я один левел прокачал, и она закончилась. Здесь что? Судьба. А, здесь ее изначально нет. Ну, короче, касаемо судьбы, уже вроде как бы все. Что мы можем делать? Просвет, просвет, буду мучиться, короче, наверное, без вас прокачивать, чтобы не затягивать это великолепнейшее видео. Потому давайте мы попробуем воспламениться. Что у нас получается? Какие у нас ресурсы? Ресурсы. Ага, 9000 камней. Слушай, ну как бы очень-очень даже хорошо. Но, повторюсь, пока что я экономлю, потому что фиг его знает. Может быть, в будущем как бы все очень грустно будет. Давайте воспламенение, 10-й прорыв сделаем. Давай, авто. Ну, потому что, а вдруг, потом, как бы, будет не хватать. Хотя, видишь, вроде бы 900 этих камней пламени надо, да, на 10-й прорыв. Ну, пока что вот качну еще ворожея, качну еще Седну, Анубиса. Вот, каких-то таких суперсильных основных героев прокачаю. И тогда уже буду смотреть, что у меня там по камням будет оставаться и кого дальше вкачивать. Но, по крайней мере, то, что на бездонатном аккаунте я могу позволить своим основным героям прокачать 10-й прорыв, это, конечно, невероятно круто. При том, что я еще там не все локации, соответственно, фармлю и вот это вот все, да. Как бы круто, круто, ребят. Так, какой у нас там уже прорыв? 5-й. 5-я сила растет. А хотя, что она растет, мы еще даже... До 160 тысяч силы не дошли. Так, 6-й. Шесть и три. Шесть и четыре, шесть и пять, семь. 7-й, давай, давай, 10-й. Быстрее, детка, быстрее. Ну, смотри, да, у нас даже не стало еще меньше 9 тысяч этих камней.
Ну и с книжками проблем нету. Но все равно не хочу с ума сходить, знаете, там в одного героя все всовывалось. Хочется, чтобы более-менее основные герои были прокачаны равномерно. Опа, у меня красные кристаллы закончились. Вы просто прикиньте. Вы это, блин, вы себе это можете представить вообще-то, а? Красные кристаллы закончились, но они-то заканчиваться не должны. Их-то должно быть много. Пожалуйста. Так. У меня же где-то были залежи. Или нет? Или я что, я сейчас так тупо обкакаюсь? Да не, их дофига. Вон, 11 тысяч. Смотри, сколько накоплено. Давай я еще тут 200 открою. 200 тысяч. Вот так вот. Изи. Продолжаем, ребята. О, так, просветик. Улучшить. Воспламенение. Авто. Так, это у нас 9. Ну, вот сейчас 10 прорыв будет, ребята. 10 прорыв на моем яйце. Сука, это как-то звучит, конечно, двухсмысленно. Все, выходим. Па-бам! Та-ра-ра-рам! Так, здесь 10 прорыв. Везде 10 прорыв. Ну, не красота, ребят, а? 100 просвет везде. Так, вот кроме нее, кстати... А, это выживание 7. Нет, не появилось ничего круче. Нет, священный огонь 8 появился. Окей. Жа, на нее я ничего не смогу поставить, да, пока я нормально просвет не прокачаю. Вот, допустим, да. Блин. Я лоханулся с этим дурачком. Снять, смотри. Сюда. Выживание. Дальше сюда. Сюда, допустим, да, не могу, надо 96-е. Ну, окей. Это мы решим. Я потом, может быть, всуну. А может быть, потом всуну, знаете что? Вот я даже не знаю. Ну, что-нибудь всуну. Ну, вариков нету. Вариков нету. Варик только вставлять священный огонь. Вот какой варик вставлять. Но, ребята, мы на этом не заканчиваем. Пока что вот так вот. А питомца я потом уже как-нибудь на стриме будем ковыряться, будем все это распределять. Здесь все понятно. Снаряжение, надо снаряжение получить. Вот. Снаряжение улучшить, давай. Улучшаем. Слушай, я даже и не знаю, что сейчас по эмблемам лучше поставить, понимаете? Так, аугментировать. Окей. Созвездие грустное. Так. Хранитель леса. Окей. Угу. А что у меня есть? Это опять же надо будет на стриме думать. Я не знаю, может суперсилу поставить и все, она будет... Она будет бить как не в себя. А что, на бездонатном аккаунте? А, видишь, есть. Есть, но как бы есть чары, но они все... Ай, фигня полная. Ладно, снаряжение. Давай поменять. Благо, есть коробки. Тоже по поводу снаряжения. Давайте совета. Но я бы выбил ей суперсилу. Чисто по фану. Ослепляющий удар. Так, обряд лечения. Это на ком? На Ронине. Пускай будет обряд лечения. Раскаленный доспех на ней. Ну, вот командоре этот раскаленный доспех до одного места. Ладно, не суть. Так, это тоже не то. Видишь, как бы аугментированных героев мало. Потому не особо хотелось бы и тратить все эти коробки. Не, давай все-таки раскаленный доспех. Нефиг мне понтоваться на бездонатном аккаунте недомоганием. Передача энергии тоже не то. Ну давай еще 5 коробок потратим, вдруг повезет по-быстрому.
Снова почему-то даже не пятое недомогание. Давай, давай, давай. Но. Но тут надо подумать. Тут надо подумать, как бы у нее вроде и так ограничения. Урона, с другой стороны, ее там всякие донатные герои пробивают. Ладно, давайте идем сюда. Короче. Слушайте, наверное, какую-то смесь уклона и точности паролем. Давайте. Во-первых, у нас тут есть карточки. Жизнь. Это не то. Жизнь тоже не то. Точность четвертая. Не то. Давай пятую хочу. О, пятая точность. Окей. И давай. Ну хотя, блин, я и на битве гильдии танковать хотел бы чуть-чуть. По идее, хорошо бы уклон. Ну давай посмотрим. Ну давай посмотрим. Атака, четвертая точность. Нет, это все плохо. Жизнь, четвертая точность. Это все плохо. Жизнь, уклонение, третья. Атака, атака. Ну да, мы тут, знаешь, особо сидеть, короче, такие, блин, это не хочу, то не хочу. Мы, елки-палки, без доната, самоцветы скоро закончатся, знаешь, если носом воротить. Да господи, ни пятого уклона, ни пятой точности, рандом, ну что ты? Ты же дал подобрать созвездие по дешевому предыдущим героям. Помоги и тут. Уклонение четвертое. Ну вот что ты будешь. Оп, оп, оп. А, это третья точность. Я уже думал, пятая. Точность 5. Уклона нет. Давай дальше. Пятая точность. Четвертый уклон. Так, давай дальше. Что, мне кажется, сейчас уклоны вообще падать не будут. Ну вот четвертый, как бы это плохо. Но с начала роллинга мог бы дать пятый. По-дешевому. Давай! Пожалуйста, рандом! О! Пятый уклон. Допустим. Идем дальше. Атака пятая, это не то. Точность четвертая, жизнь. Нет. Уже по 200 ролим. Пятое уклонение. И точность еще упала. А, стой, подожди, нет, точность уже была. То есть здесь крит сопротивление, и здесь уклонение. Подожди-ка. Ну-ка, супер скидочка есть, смена созвездий, давай. Вот. То я помню, подписчику ролил, и эти скидки неправильно использовал. Да, созвездие, так, все, что нужно, заблочено. Две точности, ну окей, давай. Ни пуха, ни пера мне. Четвертая точность, крит удар. Блин, вот знать бы, а. Не, давай рискнем. Еще 2500 самов у нас есть, мы можем себе позволить. Но если сейчас не будет падать, ничего. О! Во! Во, не зря рискнул, смотри. Короче, ну она у нас особо танковать, конечно, не будет, но два уклонения пятых, три точности пятых, плюс четвертая точность, плюс здесь точность. Слушай, ну по созвездиям более чем хорошо собрал, если учесть, что это бездонатный аккаунт, друзья. Если учесть, что это бездонатный аккаунт. Просветик я уже докачаю, наверное, без вас. Слушай, алтарь героев, руны. Давай хоть, ну, что-то и поставим. Что мы ей можем поставить? Седьмую мы. А, блин, зачем ей ремку? Ну, давай такую. Да, мы. Короче, пятую только можем поставить. Ну ладно. Ну, давай посмотрим. Давай посмотрим, как она сразу будет. А хотя, ну, смотри, тут типа, попадаются игроки по силе, такие, как я. Ну вот давай выпускаем одну Фрейю. Сможет ли она вообще что-то сделать? Ой, как ее ушатывают. Это при том, что у нее 10-й прорыв.
Не, ну ладно, давай всей толпой. Тут как бы... Тут чувак послабее, но видишь, у нас еще. Ну давай, так вот. Ворожей. Пускай ворожей помогает. Ворожей, который без эволюции. О, ну слушай, здесь рубанули всех. Еще бы ворожея прокачать. Не, ну, в принципе, я могу себе команду дальников собрать. Как бы так вот. С Ронином справитесь, инвалиды. Ну-ка. Ну, смотрите, я еще не подобрал эмблему. Еще просвет на максимум не прокачал. Понимаете? Ну, слушай, ну, замечательно. 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 Давай еще один рейд. Да, тут не хватает, знаешь, ворожая со второй эволюции. Пускай ворожая с первой эволюции. Мы в надеждах, что он поможет. Не, ему сейчас снимают энергии вертолеты. Фрею гасят. Может, ей реально священный суд какой-нибудь. Смотри, ворожей без эволюции дольше, чем Фрея прожила. Ладно, короче, вот такое вот видео. Ставьте лайки. Ребята, чем больше лайков, тем быстрее я выпущу следующее по яйцу видео. Ну, как бы так вот, подняли 6 тысяч силы. Не забываем вступать в гильдию под названием Castle Sunrise. Вам же пожелаю огромнейшей удачи. Спасибо, кто до конца досмотрел. Вы прям красавчики. Всем пока.